По предварительным данным, женщина упала с высоты 3 метров, получила сочетанную травму тела, тяжелую, была госпитализирована в Пермскую краевую больницу. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Сейчас по этому ЧП проводят доследственную проверку. Комиссию для выяснения причин инцидента создали и в самом парке. В ближайшее время на аттракционе «Твистер Костер» у посетителей парка прокатиться не получится. Сразу после произошедшего, по требованию следователя, администрации парка данный аттракцион был закрыт. Сейчас он не работает, будет производиться его обследование. По словам очевидцев, стоявших в очереди к американским горкам, оператор перед запуском проверил надежность индивидуальных креплений. Аттракцион «Твистер Костер» создан итальянской компанией «Замперла». Он эксплуатируется в парке уже 2-й год. Никаких нареканий его работа до этого момента не вызывала. Мы связывались даже с производителем таких аттракционов. Случаев таких не наблюдалось. Аттракцион прошел, как и все остальные, в начале сезона полностью весь технический осмотр. Подтвердили аттестатом к его работоспособности. Все посетители парка у нас застрахованы. В любых случаях, в которых подтверждается вред здоровью, выплачивается страховка.